провели матч с хорошей самоотдачей, но много еще не получается. Сказывается, конечно, такая усталость у игроков, наверное, после сбора, проведенного в Турции. Много работы было скоростно-силового характера, накопилась, наверное, усталость. Ну, для того и сборы даны, чтобы заложить, скажем так, базу. И предстоит еще много работы практически во всех фазах игры. Отношения ребят хорошие, поэтому стараются и наладится, естественно, со временем игра и взаимодействие между